Очень дети любят киндеры. Я же тоже хочу. А кто там киндеры хочет, а? Девочка, ты хочешь киндеры? Да, я киндеры хочу. А что мы будем делать? Давай поделимся. Да, давай! Держи! Держу! А теперь ты иди сюда. Жди меня, я иду. Давай я тебе помогу. Слушай, а ты тяжелый. Что ты надо покушать любишь? Да, покушать я очень люблю. Ну что, пошли киндеры есть? Пошли. О, а вот и стульчик. Это тебе, это мне. Ой, а Тина что же? А что теперь делать будем? Давай поделим пополам. Давай. Вау! Давай открывать уже. Давай. Начинаем с этого твоего. Что тут? Самому интересно. Что это? Надо собрать. Давай, у тебя быстрее получится. Ты собирай. Сейчас мы быстро заберем. Пух! Вот что получилось. Вау! Вот это да! Ага, классно! А давай следующую открывать. Это пингвин! Это мультик «Маша и медведь». О, а это что, ведь шоколад уже съел? Медведь. Ну я ведь медведь. Давай лучше открывать следующий. Давай. Игрушка, но уже мишка. Так. Мишка на рыбалке. А я тоже рыбалку люблю. И медведи рыбалку любят. А вот и мне время плохо перекусить. Приятного аппетита. Хватит тебе. Давай уже следующую открывать. Да? Интересно же. Ну, давай. Так-так, посмотрим. Что? Тетя Лепа? Да, я легко соберу. Мишка. Прикольная. А я не понял, а ты что мой шоколад жуешь, а? Ты пока тут доедай, а я тут опции я сейчас открою. Посмотри, что тут. Крокодил и ящерица.
Как я их не люблю, так надо убегать. Да постой. Они даже не настоящие, глупенькие. А, ну тогда ладно, давай смотреть. Вот какой крокодил у нас. Классные киндеры, правда? Да, Мишка. Давай сейчас оберем маски. А теперь мы залезем в зубки. Так, Мишка, большой, стой! Какой ты тяжелый.